Михайлов стал площадкой для проведения региональной патриотической акции «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Твой выбор». Произошло это 13 ноября 2018 года на площади Ленина. В ходе военно-патриотического праздника все желающие, а их было 170 человек, прошли предварительное профессиональное психологическое тестирование, получили высококвалифицированную информацию о военной службе по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. 37 человек подали заявление о поступлении на военную службу по контракту и вступлении в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Это у нас проводят наши инструкторы пункта отбора, которые сами непосредственно являются военнослужащими по контракту, и они все практически знают о военнослужащих по контракту в любых видах и родах войск. Эти акции проводятся для того, чтобы наше население больше получило информации о военнослужащих по контракту, чтобы наши молодые люди, молодые парни приходили на военнослужащих по контракту Вооруженные силы Российской Федерации и получали больший опыт и профессионализм. Михайловская молодежь приняла участие в соревнованиях по поднятию гири, отжимании и стрельбе из пневматической винтовки. Лучшим стрелком признан Дмитрий Плешаков. В поднятии гири лидировал Давид Бегян, а больше всех отжался Сергей Позновский. Дорогие жители и гости города Михайлова, спасибо, что посетили наш праздник. Военная служба по контракту «Твой выбор». Всех ждем в наши открытые двери для поступления в военную службу по контракту. Также вы можете всегда обратиться в ваш военный комиссариат, либо позвонить по нашему номеру телефона, где вы всегда его найдете в соцсетях. Милости просим Вооруженные силы Российской Федерации и большое спасибо за приятную атмосферу и гостеприимство. Завершится акция 17 ноября. В центре Рязани над площадью Ленина пройдет воздушный показ авиационной техники группами высшего пилотажа Воздушно-космических сил России. Владислав Окорков, Наталья Быстракова и Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.